Я помню 2001 год, Лига чемпионов, матч с Андерлехтом, когда выиграли 5-1. Я был совсем ребенком, и я бегал к маме после каждого гола. Они забивают один, второй, третий, четвертый, пятый. И я понял, что все. Это то, за что я хочу болеть, это то, ради чего я хочу ходить на стадион. Потом 2002 год, я уже стал ходить, но меня не пустили на золотой матч. Так я пропустил свое первое чемпионство. Я был так обижен на родителей. Я думаю, мой ребенок точно не пропустит золотой матч. Я сделаю все, но он увидит это своими глазами, он будет на этом матче вместе со мной рядом. Тот сезон, он был настолько феноменален, настолько фантастичен, я жил от матча к матчу. Я чувствовал за несколько дней до матча, что должно. Вот должно получиться, что в этот год мы не упустим. И для меня этот матч был крайне важен, чтобы мой сын увидел первую победу вместе со мной, чтобы мы вместе разделили эти чувства. Мы заслуживаем, мы должны, мы сильнее всех, мы всех обыграли в этот год. Я решил простыми буквами выразить это. Мы написали два плаката. Матч был очень тяжелый. Мы имели преимущество, но никак не могли его реализовать. И вдруг этот пас разрезающий Шнайдера, бах, он как попал. Когда он забил, это были такие эмоции. Я не знаю, я приехал домой, меня колотило. Как раз награждение, нас показывают с плакатами. Он говорит, да-да, вот все они ждали 14 лет. Локомотив – наша точка соприкосновения, где мы находим друг друга. Давай, поехали. Это наш мир, маленький тот мир, где мы с ним находимся вместе. Мы там как единое целое. Семейные люди, они живут ради своих детей, ради своей семьи. И, конечно, все чувства пропускаются глубже, когда ты видишь, как твой ребенок проявляет интерес к футболу, к команде. Это очень воодушевляет. Объединяет нас с тобой Локомотив, как ты думаешь? Я думаю, что да. Может быть, он еще просто в силу своего возраста не до конца это понимает, но когда он вырастет, он это оценит. Так же, как мы, когда вырастаем, можем оценить то, что делали для нас родители.